100 золотых мест Красноярска. Ферма «Коза Дереза». Здравствуйте, я Андрей Балсумовский, собственник вот этого вот, говорят, очень интересного пространства фермы «Коза Дереза». Мы, наверное, сегодня являемся единственным в своем формате предприятием, которое всегда с большим удовольствием принимает любое количество фактически гостей. Всем найдется здесь чем заняться, подышать, погулять, пообщаться с животными, принять участие в наших там мероприятиях. Фермерское хозяйство, которое, в общем-то, по конкурсу 2018 года федерального получило золотую медаль Минсельхоза именно вот за этот вот разносторонний формат. Это достаточно развилось такой большой аграрно такой познавательный кластер, в котором находится достаточно большое количество направлений деятельности. От нашего магазина фермерских продуктов. Все в городе уже знают наши сыры, да, сыроварня «Коза Дереза», она у нас достаточно серьезно развивается, и в этом году мы еще что-то задумали по этому поводу. У нас здесь большая территория для беседы, для проведения массовых мероприятий. Есть помещения, в которых можно провести практически любого формата, даже банкет. Ну и шашлыки, значит, детские дни рождения, все что угодно. В принципе, все это приветствуется, для всего этого здесь есть условия. Все, в общем-то, у нас все отзывы всегда позитивные. У нас есть мастерская наша народных ремесел, где вы можете заняться гончарным ремеслом, качеством. Есть масса мастер-классов для детей, экологически познавательной направленности. Там вы можете сбить масло, спечь хлеб. Здесь есть магазин товаров для домашних животных. Домашние животные в этом году имеются в виду не кошечки, собачки, хотя для кошечек, собачек тоже что-то есть, но именно животное сельскохозяйственное направление. У нас прекрасный конный центр. Это наших партнеров Красноярского центра ипотерапии. Мы работаем, собственно говоря, на формате дневного пребывания. Очень много, кстати, народу утром приезжает, вечером уезжает. Мало того, что можно всегда провести, наши штатные аниматоры проведут практически любой мастер-класс, который касается именно деревенско-экологического такого формата. И у нас есть масса квестов у наших партнеров фирм красноярских, масса каких-то развлекательных мероприятий, в общем, всяких смешариков у нас тоже можно заказать. Все это есть на нашем сайте, все это можно выбрать, все это можно сделать достаточно правильно и цивилизованно. С аниматорами мы работаем только с анимационными компаниями, только с теми, которые выполняют наши требования, с которыми мы уже сработались. Проект «100 золотых мест Красноярска» создан при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».